В Югре зарегистрировано более 800 случаев укусов клещей. Более сотни пострадавших – это дети. Такие данные передает окружной Роспотребнадзор. Из 44 обследованных насекомых 4 оказались переносчиками энцефалита. Вместе с тем специалисты предупреждают, самый эффективный способ защиты от этого инфекционного заболевания – своевременная вакцинация. С начала года от клещевого энцефалита привились без малого 42 тысячи человек. Это 29% от плана. Заболевание очень серьезное, опасно развитием летальных исходов. В среднем в Российской Федерации летальность колеблется до 10% от клещевого энцефалита и тяжелыми неврологическими осложнениями. Вместе с тем в Югре акарицидная обработка проведена на площади порядка 900 гектаров. Это чуть более 16% от плана. В нашем же городе общедоступные скверы и парки пока и вовсе не обработаны от клещей. Зато практически закончены эти работы на территориях летних оздоровительных учреждений. В этом году тендер на их акарицидную обработку выиграл Центр гигиены и эпидемиологии. В общей сложности в Сургуте и районе специалисты обработали 130 гектаров летних лагерей. Перед каждой сменой будет проведена обработка. Препараты, допустимые к употреблению на территории детских дошкольных учреждений. Особенность, они не имеют запаха, разрешены в детских дошкольных и имеют сертификат.